как действует Бог, как Бог приносит чудеса и знамения, и как Бог может использовать вас. Так что пришла пора узнать это. Время перемен. Царство силы. Благословение вам, я апостол Гильермо Мальдонадо. Я очень рад, что моим сегодняшним гостем является апостол Рэнни Маклин. Он много раз был на небесах, воскресил из мертвых 8 человек. Он призван на эту землю с конкретным заданием от Бога принести откровение о работе Бога, о том, как действует Бог, как Бог приносит чудеса и знамения, и как Бог может использовать вас. Да, вы не ошиблись, лично вас. Так что пришла пора узнать об этом. А сейчас приветствую вас. Добро пожаловать, апостол, на нашу программу. Да благословит вас Господь, пастор Мальдонадо. Спасибо, что пришли. Наши зрители уже заждались, поэтому расскажите мне о себе. Откуда вы, как долго вы находитесь в этой стране, а также расскажите мне, как вы были призваны. Скажу вам, это было довольно странно. Я вырос в христианской семье. Моя мама по происхождению еврейка. Она обратилась в христианство незадолго до моего рождения. Так что я вырос не в ортодоксальном иудаизме, а в церкви. Когда я был еще очень юным, то пережил сверхъестественную встречу с Богом. Я часто говорю людям, что не искал этого. Я верил в Бога, но я не искал Его. В этом заключается откровение, потому что многие из нас верят в Бога. Церковь любит Бога, но она перестала искать Бога. Что же произошло с нами? Ответьте мне. Господь пришел ко мне, когда я был еще ребенком, и тогда... Вы были у себя в комнате. Да, я просто молился в своей комнате, просто молился Господу, не ожидая ничего. И вот что произошло. Рассказывая вам об этом, я каждый раз заново переживаю все это. Его слава пришла в мою комнату. Я ничего не знал. Я был еще ребенком и ничего не знал о славе, но я знал его присутствие. Его слава пришла в комнату, и вся атмосфера в комнате изменилась. Я понял, что уже не в комнате. Я могу вам честно признаться, что отчетливо слышал звук рушащихся стен в моей комнате. Я был уже не в своей комнате, а на небесах. И когда Господь перенес меня туда, я был не на первом небе, не на втором и не на третьем. Я оказался в Божьем тронном зале. И все мои встречи с Богом в сверхъестественной сфере всегда происходили в тронном зале. До этого я никогда не видел ничего подобного. И пока я был там, Господь начал вкладывать в меня различные вещи. Он начал вкладывать книги. Говорю вам, я прямо чувствовал это. Господь начал вкладывать книги в мой дух, и я получил сверхъестественные знания о таких вещах, о которых нельзя просто так узнать. Господь начал вкладывать в мой дух книги о сверхъестественном. Я в то время был еще ребенком и действительно не понимал всего того, что Бог делал во мне. Затем Он сказал, «Я пошлю тебя к различным народам». Я был ребенком и понятия не имел, о чем Он говорит. А когда Он сказал, «Я пошлю тебя к народам», земной шар вышел из его уст, вот так, и встал между ним и мной. И я увидел, как звезды начали просто лететь на землю, и он сказал, «Ты будешь нести мое имя, мою силу и мое слово с моей славой, и ты будешь учить моих людей о духовном, чтобы они начали двигаться в силе Божьей, ибо на землю грядет время, когда Божий народ лишь для того, чтобы выжить, должен будет научиться принципам сверхъестественного, потому что тьма сгущается». Господь сказал мне все это, а я был еще ребенком и не до конца понимал все это. И я не всегда рассказываю обо всех Божьих посещениях,
Я делюсь ими только частично, в зависимости от того, что происходит в церкви. Поэтому, когда Господь сказал мне это, эта встреча длилась около 2 или 3 часов, а после этого я заметил, что присутствие начало меняться. И когда оно изменилось, я снова оказался на земле. Я снова был в своей комнате, в своей постели. И когда я проснулся, на следующий день я был совершенно другим. Все заметили, что я изменился. Люди, одержимые демонами, когда проходили мимо меня, просто падали, кричали, и демоны всячески проявляли себя. Потому что если вы побывали на небесах, вы несете на себе присутствие небес. И так Господь начал проявляться. Я никогда не забуду, что это привело меня в мир. Я побывал в 85 странах. Мы 8 раз видели воскресение из мертвых, видели, как вырастали части тел там, где их раньше не было. И я думаю, что меня подтолкнуло к действию то, что у большинства людей из сферы сверхъестественного есть такой себе ориентир. А я все это не понимал, а просто принял по вере. У меня в роду не было проповедников, то есть я не был сыном проповедника. Ну, вы понимаете, о чем я. Для меня это было суверенным словом. Я научился этим принципам самостоятельно, никто меня этому не учил. Я знал людей, которые были для меня героями веры. Т.Л. Осборн, наверное, один из величайших героев веры для меня на то время. Т.Л. Осборн, Моррис Серило, А.А. Аллен, но больше Моррис и Т.Л. Осборн, потому что я лично видел их и знал их. Я ходил на их собрания и улавливал веру на тех собраниях. Я сидел там, и для меня было что-то знакомое в атмосфере этих собраний. И я говорил: «Господь, я знаю эту атмосферу». А он говорил: «Еще бы! Ты ощутил ее, когда был у моего трона». Если вы смотрите нас сейчас и думаете: «Я действительно слышу о том, как кто-то был на небесах у престола Божьего». Знаете ли вы, что сверхъестественная сфера сегодня настолько отсутствует в церкви, что когда Божий человек рассказывает или говорит о своем опыте в сверхъестественной сфере, то для церкви это довольно странно. Когда вы читаете «Деяния апостолов», вы видите там и силу, и сверхъестественное, как у Петра были видения, сны, как Святой Дух проявлялся. Но когда вы слышите подобные свидетельства сегодня, хочу обратиться к тем, кто нас сейчас смотрит. Сверхъестественное — это не суеверие. Сверхъестественное — это не просто теология. Сверхъестественное основывается на истине. Иисус — это истина, а истина не может стоять ниже человеческого мнения. И позвольте мне сказать, апостол, то, что вы пережили на небесах, будучи на небесах столько раз, эта сверхъестественная встреча привела к тому, что вы начали проповедовать, когда вам было еще только 18 или 17. Да, еще раньше. Еще раньше, в 12, вы начали ездить по миру. Нет, в 12 я еще не ездил по миру. Но именно тогда я заметил, как Бог начал действовать в моей жизни. Но церковь, в которой я вырос, ничего не знала и не понимала об этом. То есть я шел впереди своей поместной церкви, и вот почему я говорю, что разница между поколениями лежит в откровении. Я уважал своих старейшин. Я чувствую, что нужно это сказать. Я уважал старших, я не выступал против них. А сегодня, когда характер искажен, это приводит к проблемам, а не к пробуждению. Я понял это и сказал: «Да благословит вас Господь. Я люблю вас, но Господь призывает меня идти дальше». Господь вызвал меня из моей деноминации. Мне пришлось выйти, потому что я занимался вещами, для которых у меня не было ориентира. В моей деноминации не было такого ориентира. Моим ориентиром было Слово Божие и водительство Духа Святого. Поэтому я говорю сегодня, что когда вы входите в сферу сверхъестественного, это необычно для вас, потому что вы никогда раньше здесь не были. Вы делаете вещи, которые никогда раньше не делали. Я думаю, здесь важно сделать примечание. Ключ для меня, и думаю, для вас, потому что знаю вас довольно неплохо, один из главных ключей к Божьей силе, которого сейчас недостает, это чистота и невинность. Да, да, да. Не могу передать вам, насколько это важно. А сегодня, апостол, мы видим, как религия лишает святых чистоты и невинности. Наша сегодняшняя теология базируется на человеческом опыте. И это настораживает людей, вместо того, чтобы подталкивать их к сверхъестественному. Всякий раз, когда я вижу эту настороженность, вот что я знаю. Бог никогда не делает ничего, что находится за пределами Его возможностей. И Он также не делает ничего, что противоречит Его
возможностям. Пожалуйста, расскажите свидетельство о тех 8 людях, которые воскресли на вашем служении. Вы проповедовали во многих странах, тысячам, маленьким группам, средним и огромным собраниям. Я сам был свидетелем того, как Божие присутствие проявлялось в вашей жизни. Но расскажите о тех людях, которые воскресли из мертвых. Хорошо. Припоминаю, как пару лет назад мы были в городке под названием Техас-Сити. Он находится недалеко от Хьюстона. Я проводил там 5-дневную кампанию. Мы были в харизматической церкви. Пастор был хорошим Божьим человеком, и по своему обыкновению, перед началом своего служения, я около 5 часов не разговариваю с людьми. После 14:00 я не разговариваю, не отвечаю на телефонные звонки и так далее. Это часть моего освящения перед Богом. Мы видели чудеса каждый вечер. И вдруг кто-то просунул письмо мне под дверь. Я поднял его и прочитал. Там было написано: «Мой внук только что умер. Пожалуйста, помолитесь за него». И когда вы находитесь в потоке сверхъестественного, вы способны в это поверить. Вы не можете поверить в это, если вы не там. И когда вы находитесь в потоке сверхъестественного, вы набираете обороты. И церкви очень важно понять это. Вам нужно дойти до того, чтобы делать это по инерции. Это не произойдет само собой. Нужно набрать обороты. Итак, мы были в том городе, дней 5 или 6, имели множество собраний, слава Божия была там и все такое. Сила Божья сошла на меня, когда я прочел это письмо. И Господь сказал: «Молись». И, держа это письмо в своих руках, я всего лишь сказал следующие слова. Я назвал ребенка по имени и сказал: «Я повелеваю твоему духу вернуться в твое тело. Я повелеваю причине, которая заставила твой дух уйти, убраться из твоего тела прямо сейчас. Вернись в свое тело и живи во имя Иисуса Христа». Это все, что я сказал. И в большинстве случаев с воскресением из мертвых я даже не находился с ними в одной комнате. И после этого я просто вернулся к чтению Божьего Слова. Не нужно было прикладывать усилия, чтобы поверить в это. Не нужно было напрягаться. Я просто имел веру внутри себя, а еще полное упование на Бога, что Он это сделает. И причем тут же, немедленно. Это было совсем несложно. На тот момент ребенок был мертв уже 19 часов, то есть почти сутки. Вечером того же дня, тем же вечером, нам позвонили и сказали: «Мы не можем объяснить этого, но ребенок вернулся к жизни». И они назвали точное время, когда это произошло, это тот час, когда я молился. Хвала Богу! А любой верующий может двигаться в такой силе. Скажу вам, апостолы, это может прозвучать смешно, в Царстве Божьем это могут все, в церкви этого не делает никто, потому что мы не видим разницу между церковной теологией и теологией Царства. Вот в чем все дело, мы должны увидеть эту разницу. Верно, верно. В Царстве Божьем вы ничем не отличаетесь от меня. Не так ли? Верно. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. И он не сказал, что это касается апостолов, пророков и так далее. Он сказал, что знамения будут сопровождать тех, кто поверит. Вот в чем секрет. Верно. Поэтому откровение делает две вещи. Откровение активизирует, и откровение — это Божие разрешение вам. Это Его разрешение. Данное им разрешение. Давай, действуй. О, да. Тогда вы будете действовать в силе Божьей. Если вы смотрите нас сейчас, я попрошу апостола о выдаче этого разрешения. Вы слышали откровение, вы слышали о личном опыте. Это не пустые разговоры. Я думаю, что сейчас самое время для возвращения сверхъестественного в церковь. И нам нужно принести это. Если вы верующий, если вы нуждаетесь в исцелении, если вы имеете какую-то немощь или болезнь, то я попрошу апостола высвободить это слово. Многие люди борются с раком, с болезнями и недугами. Многие говорят: «Я не болен, но я тоже хочу двигаться в силе». Я хочу двигаться в силе, поэтому помолитесь за людей. Во-первых, я хочу сказать, что я высвобождаю дух веры и откровения вашего духовного человека, чтобы Иисус Христос ожил вас и чтобы вы стали Его выражением на земле. Если сейчас вы больны во имя Иисуса, я связываю всякую болезнь в вашем теле прямо сейчас. Я связываю рак, диабет. Убирайся прямо сейчас, вот так. Уходи из тела и не возвращайся.
Я повелеваю жизни и воскресению Христа наводнить все части вашего тела, и это происходит прямо сейчас. Дух Божий поднимается в вашем теле в сию же минуту. И поднимаясь в вашем теле, он доходит до тех частей тела, где была болезнь. И благодаря силе Духа Святого, эти болезни прямо сейчас покидают ваше тело. Сию же минуту ваше тело — это тело исцеления, тело восстановленное, в котором здоровье от самого Бога, Яхве, Иеговы. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Поднимите свои руки там, где вы находитесь, и воздайте хвалу Богу. Если вы смотрите нас и думаете, «Я никогда не знал Иисуса как своего личного Спасителя», если вы смотрите нас сейчас, и вы в отчаянии, в депрессии или чувствуете одиночество, если вам нужен Иисус, то хочу попросить вас повторить за мной эту молитву прямо там, где вы находитесь. Повторяйте за мной: «Бог, я каюсь во всех моих грехах. Я исповедую своими устами, что Иисус Христос — мой Господь и мой Спаситель. Я верю всем своим сердцем, что Бог Отец воскресил Его из мертвых. Спасибо, Иисус. Аминь». Если вы помолились этой молитвой, то я хочу, чтобы сейчас вы взяли свой телефон и позвонили нам. Это момент, когда вы можете активизироваться. У нас также есть зрители, которые очень хотят двигаться в сверхъестественном. Им не нужно исцеление. Можете ли вы помолиться за них, чтобы они активировались? Отец, во имя Иисуса, во имя Иисуса, я высвобождаю откровение о сверхъестественном в их дух. Я повелеваю вере Божией подняться, я повелеваю им выйти из их ограниченного мышления, и я высвобождаю их на исполнение Твоих дел. Во имя Иисуса Христа мы высвобождаем вас в сферу сверхъестественного, поэтому ожидайте чудес в скором времени. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Аминь. Хочу сказать вам, только что мы активизировали тысячи и тысячи людей для движения в силе и в присутствии, потому что это наше предназначение. Если вы смотрите нас сейчас, то вам просто нужно рискнуть, куда бы вы ни направлялись. В сверхъестественное, или в супермаркет, или в отпуск, или увидели кого-то больного. Просто помолитесь за этого человека. Это было пророческое слово. Где бы вы ни были, самое время двигаться в силе. Большое спасибо, да благословит вас Господь. Увидимся на следующей неделе. Ты достоин, о Господь, принять всю славу, всю честь и всю силу. В Тебе, Господь, все создано. Велик Господь, Творец всего на небе и на земле, ныне и вовеки. Ты создал нас по своему образу и подобию, чтобы мы провозглашали Твою славу. Сегодня небо и земля соединяются в хвале, чтобы Ты открыл свои небеса прямо сейчас.
В этом поколении много вопросов, оставшихся без ответа. Присоединитесь ли вы к путешествию, полному чудес и знамений? Вечность, Бог, Иисус, единородный Сын Божий, который пришел в этот мир. Он был отдан в жертву ради Божьей любви. Воскрес из мертвых, чтобы принести в мир послание любви Отца. Есть другое измерение, в которое могут войти те, кто имеет дерзновение следовать Ему даже за пределы естественного. Готовы ли вы войти в эту силу Божью? Я дипломированная медсестра из Венесуэлы. В тот день я только начала свою смену в родильном отделении. Там на носилках лежала женщина. Я пересмотрела ее медицинскую историю, и там было написано «мертворожденный, отсутствие сердцебиения». Ей собирались сделать кесарево сечение, чтобы извлечь ребенка. Когда я увидела это, то вспомнила проповедь о силе воскресения, и я сказала: «Господь дал и мне эту силу». Поэтому я пошла поговорить с ней и сказала: «Благодаря силе воскресения ваш ребенок будет жить. Прямо сейчас я связываю дух смерти и активизирую силу воскресения прямо сейчас во имя Иисуса». Ее отвезли на операцию. Там они достали ребенка, и все ожидали, что ребенок будет мертв. Но когда ребенок появился, он был жив. О, слава Иисусу! А что произошло с другой женщиной? Я работала в травмпункте, и там одна женщина умирала. Показатели жизненных функций у этой женщины начали падать. Никакого давления, никакого сердцебиения, и все пропало. Затем доктор спросил меня: «Ракель, что делать? Что нам делать?» И тогда я сказала: «Стой, оставайся здесь. Во имя Иисуса вернись к жизни». Я поставила руку ей на лоб, прямо на лоб, и после этого доктора начали говорить, что происходит. Ее кровяное давление и сердцебиение пришли в норму. Все жизненные функции были в норме. Женщина жива. А как насчет третьего воскресения? Это был младенец. Ребенок родился мертвым, и доктора говорили: «Нет, он мертв». Поэтому мы перевели его в отделение, где осматривают детей. Вы осмотрели его? Мы вместе с педиатром проверили его. Затем педиатр провел все необходимые процедуры и заявил: «Нет, он не реагирует. Мы больше ничего не сможем сделать». Когда доктор сказал, что больше ничего нельзя сделать, то тогда я сказала: «Да, пора вмешаться Иисусу. Сейчас ребенок вернется к жизни. Сейчас он будет жить». И я положила свою руку на тело ребенка. «Во имя Иисуса вернись к жизни». Ребенок был синий, абсолютно синий. Он не дышал. Его сердце не билось, и постепенно его кожа начала становиться розовой. И что вы ему говорили? «Во имя Иисуса вернись к жизни. Во имя Иисуса, дух смерти, уходи и отпусти его». Я сказала: «Доктор, его сердце начало биться. Сердце ребенка бьется. Займитесь им. Займитесь им сейчас же». И ребенок выжил. Царство Божие — это вечная реальность, способная повлиять на любую ситуацию здесь и сейчас. Доктора сказали, что мой сын будет психически больным всю свою жизнь. Мы заложили дом и начали терять его, и нет денег, чтобы выкупить его. Я жаждала любви, поэтому начала искать ее в сексе. Диагноз был гибель плода. Ребенок умер в утробе. В тот момент, когда Бог появился в моей жизни, она была на низком уровне. Я помню, что тогда я был на самом дне. От апостола Мальдонадо, автора книг «Как ходить в сверхъестественной силе Божией и слава Божья», решение которого вы искали. И вот я в самый темный час жизни, будучи потерянным для Бога, вернулся к жизни. Царство силы. Как показать его здесь и сейчас?
Программа «Время перемен» с пастором Гильермо Мальдонадо посвящена претворению в жизнь библейского учения и возвращению Божьих ценностей в наше общество. Иисус есть путь, истина и жизнь. Если у вас есть молитвенная просьба или вы хотите получить копию видео или аудиопрограммы, то пишите нам по адресу West 144 Авеню, Майами, штат Флорида. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Программа «Время перемен» сделана при помощи служения King Jesus International и компании ERJ Media. Спасибо за ваши молитвы и поддержку. Спасибо за ваше участие. И помните, «Время перемен» сегодня.